хотел узнать, в связи с реформой, действует ли в этом году программа государственного софинансирования пенсии или нет? Управление Пенсионного фонда по Уссурийскому городскому округу сообщает, что программа государственного софинансирования пенсии в 2014 году продолжает действовать для ее участников, то есть для тех граждан, которые вступили в нее до 1 октября 2013 года. Напомним, что чтобы получить государственную поддержку, необходимо в текущем году произвести платежи дополнительных страховых взносов в сумме от 2 до 12 тысяч рублей. И на следующий год уже государство удвоит данную сумму и разместит их на лицевых счетах граждан. Граждане, которые достигли пенсионного возраста, да, женщины 55 лет, мужчины 60 лет, в том числе и застрахованные лица, которые ушли на пенсию по досрочному основанию, могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений. Это будет либо единовременная выплата, либо срочная, там уже в зависимости от того, на какую категорию данные лица могут иметь право.